студенты, спасибо, что посещаете наш клуб. Я уверена, что вы любите читать и писать, и особенно делать это за чашечкой кофе. Поэтому я решила провести вам видеотур в самый большой книжный магазин Канады, который называется Indigo. Он существует в 10 провинциях. И давайте посмотрим, что тут есть. Книги, канцтовары, подарки и предметы интерьера – это то, на чем фокусируется бизнес Indigo. Компания эта была основана в 1996 году Хезер Рейзман, женой Джерри Шварца. Это главный владелец и генеральный директор корпорации Onyx. В одном Торонто, в любом молле, в любой части города есть свой Indigo. Книги, журналы, комиксы – здесь все разделены по жанрам. Если вы не хотите ходить сами по рядам или не хотите обращаться к сотруднику, просто можете внести название. Например, вот сейчас выходит новая книга «Гарри Поттер». Здесь написано, в какой она секции находится. В какой секции она находится, извините. Fiction 9.12. Вы ищете эту секцию и сами берете книжку. Также можно проверить, если она из других магазинов. Конечно, если 20 лет назад сеть была просто книжным магазином, сегодня Indigo – это стиль жизни. Если вы покупаете здесь какие-либо канцтовары, предметы для дома, игрушки, то человек, знакомый со стилем Indigo, может сразу определить, что этот предмет был куплен в Indigo. И так как есть и те, кто критикует книжный магнат за то, что тот якобы подрывает роль независимых книжных магазинов, внизу моего видео вы найдете ссылки альтернативных мест в Торонто, где можно купить книги. Спасибо еще раз за внимание и приятного чтения!